Ухтинский газоперерабатывающий завод. Основная его продукция – технический углерод, а говоря проще – сажа. Сложна технология ее производства и огромна сфера ее применения. Резина и лаки, краски и электроды, термоизоляторы и пластмассы – вот далеко не полный перечень продуктов, при производстве которых используется сажа. Ухтинский газоперерабатывающий завод – крупнейший в Российской Федерации. Уже несколько лет его коллектив лидирует в социалистическом соревновании среди предприятий своей отрасли. В числе лучших называют имя старшего оператора Азария Камышева. Восьми из десяти видов продукции завода присвоен государственный знак качества –